Че, народ, всем привет! Вы на канале Industrial Tool. На улице пошел снег, как вы видели в окошко у меня. Снег прям валит. Пока он мягкий, надо его убирать. Понимаю, у всех есть лопаты, но я хочу попробовать снегоотвал. Пришел он вот в такой коробочке. Внутри, давайте посмотрим комплектацию, с колесиками, такие два огромных колеса, колеса пластиковые, не прорезиненные. Инструкция, компания Unikit. Это даже не, это не инструкция, это рекламный буклетик. У компании можно также приобрести, помимо отвала, они делают мангалы, сделанные из стали и навека. Тележка самосвал. Даже две тележечки. Три. Четыре. Тележка муравей. Костровая чаша. Мангалы всяческие. Арка садовая. Подказанник. Полка. Короче, производство это компании Unikit. С продукцией вы можете ознакомиться в ссылке в описании. А пока давайте ее распакуем. И попробуем собрать. Вот, даже перчатки положили. Причем перчатки уже брендированы под их компанию Unikit. А вот она сама инструкция. Я думаю, здесь можно будет разобраться. Что входит в комплектацию? Здесь все в стрейч-пленку упаковано. То есть при перевозке ничего не должно быть поцарапано. Ну, здесь вроде как они указывают, что и окраска порошковая, качественная. Это, я так понимаю, сюда колесики одеваются. Будем сейчас разбираться, что это такое вообще. Ну и, конечно же, испытаем. Что-то деталюшек много. Две. Ковш с логотипом. Снизу из оцинковки. На заклепках закреплено. Ну, кстати, все доехало, ну, в отличном состоянии. Нигде нет никаких ни косяков. Прорезиненные ручки, чтобы руки не мерзли. Регулируется, я так понимаю, высота. Комплект гаек и винтов. И даже есть ключик. Ну что ж, разобрали комплектацию. Сейчас я ознакомлюсь с инструкцией по применению, точнее по сборке. В инструкции, кстати, указано, сколько чего должно быть, какой крепеж, то есть... В картинках все нарисовано, какие винтики куда. Я думаю, тут и ребенок сможет собрать. Но если все-таки кто-то не понимает, как собрать эту штуку, я сделаю для вас видеоинструкцию.
Для начала я разложил крепеж, как указано на рисунках. Вот видите. Первая позиция. Вторая, третья, четвертая, пятая. И вот здесь шестая. Ну, эти заглушки мы оденем в самом конце. Ключик, я думаю, мне не понадобится. Я буду использовать ключи свои. Приступаем. Для первой позиции нам понадобятся вот эти винтики 4, сам ковш. И на данный ковш мы устанавливаем вот этот вот кронштейн. Причем здесь нужно сразу заранее предварительно выбрать угол наклона ковша. Ну, это мы будем делать уже по месту на улице. Потому что какой нам нужен угол, мы сейчас не знаем. Поэтому поставим где-нибудь серединку. Специально для этого у нас идет две гайки обычных и два барашка. На гайке мы нижними части вот здесь закручиваем. А на барашке вот здесь. Примерно вот так у вас должно получиться. Далее присоединяем вот эту раму. Причем здесь тоже можно выбрать угол наклона заранее. Это не угол наклона, а угол поворота. Три положения. Я пока сделаю посередине, там уже на месте, на улице, подрегулируем. Это мы пока откладываем. Заглушечка, которая выпала почему-то, она соединяется вот сюда. А здесь вот так устанавливается, и мы можем регулировать по высоте. Тоже, скорее всего, это все по месту нужно регулировать. Я сделал сейчас самый длинный размер. Пока ничего не затягиваем. Ну и теперь эту ручку мы устанавливаем сюда на раму. Соединили. И теперь устанавливаем колеса. Берем шайбу и скобу вот эту. И второе также. Почти готово. Теперь сюда, на место, где колеса, устанавливаем две заглушки. И на ковш устанавливаем два борта. Вот так. Их наоборот не вставишь. Ну все, конструкцию затянул. Ничего не болтается. Все жестко. Идем испытывать. Ну давайте попробуем. У меня, конечно, здесь не асфальт и не плитка, трава.
Ну, блин, прикольно. Я не знаю, вам, наверное, не видно было. Но оно таким этим колесом снег намотало. И было легко. Ну что, давайте попробуем. Вот здесь у меня там ровная поверхность постелена. Слушайте, прикольно. И еще раз. Опа. Мне нравится. Опа. Здесь у меня столбик стоит. За него зайдем. Блин, она вообще снег наматывает. И ты как бы особо... Конечно, усилия есть. Но ты не прям его так чувствуешь. Каток чистить. Само то. Прикольная лопата. Тут я думаю, с настройками даже играться не буду. Мне подходит. Это быстрее, чем лопаты. Thank you.
Ну что, давайте подведем итоги. Снегоотвал, в принципе, штука-то хорошая, имеет место быть. Не без минусов, которые я обнаружил буквально сразу же. Я, кстати, сейчас попробовал поиграться с ним. Переставил еще чуть-чуть, угол поменял. И стало именно для моего роста так, как надо. Под мой рост, мне кажется, что ручка низковатая. Я ее уже на максимум вот задирал. И вот он минус первый. Смотрите. Вот здесь они делают регулировку угла положения отвала. Фиксированных три положения. А ручка фиксированных положений не имеет. Здесь нужно затягивать. Я уже и затягивал, тут перетянул. Оно все равно, когда идет нагрузка, ты вот так давишь. И эта ручка, вот она гуляет. Вот она. Она все время норовит опуститься вниз. Ну, нужно сделать фиксированные положения. Либо вообще ее заварить. Ну, тут видите, специально сделано под разный рост людей. Поэтому она регулируется. Но все-таки лучше сделать положение 3-4. Потом, что колеса сначала кажется, что пластиковые вроде как ерунда, нужны резиновые. Но на самом деле крутится все нормально, на колеса вообще внимания не обращаешь. Колеса отличные. Ковш размер нормальный, то есть если больше сделать, вы просто не сможете что-то тянуть. Плюс у него специальное расстояние такое, он проходит в дверные проемы. Ручки прорезиненные, что очень хорошо. Я работал без перчаток, и руки не замерзли. То есть ты не за железо держишься, а за пластик. И он не холодит. Ну а в остальном... Да, в остальном лопату эта штука вам полностью не заменит. Потому что в таких местах, как углы маленькие, все-таки нужно... все это убирать лопатой. А чистить каток или если у вас большие площади. Особенно эта штука, еще хочу обратить внимание, удобно будет тем, у кого асфальт, плитка. У меня же вот везде, как видите, трава, земля и неровный пол. Она тоже работает на нем, но нужно постоянно следить, часто цепляясь за что-нибудь. Вот если асфальт, то эта штука просто идеальна. Поэтому, если кто хочет приобрести данный снегоотвал, ссылка будет в описании. Проходите, покупайте. А на этом я прощаюсь с вами. Всем пока!